Всем привет, с вами Информ-ТВ. Издание «Интерфакс» сообщает, что ушел из жизни народный артист Российской Федерации и известный советский актер Владимир Коренев. Его все любили и помнили по роли в фильме «Человек-амфибия». Известно, что причиной его ухода стал коронавирус. Артист находился в зоне риска, ведь ему в июне исполнилось 80 лет. О трагедии «Интерфаксу» сообщила его дочь. Цитата. «Умер, да. Перед смертью он лежал в красной зоне с коронавирусом», – сказала она. Напомним, Владимир Борисович родился в 40-м году в Севастополе. Он поступил в ГИТИС и стал театральным, киноактером, а позже педагогом. Уже на 4-м курсе вуза ему дали основную роль в картине Владимира Чеботарева «Человек-амфибия». С тех пор красивые голубые глаза Коренева были знакомы каждому. Но также актер сыграл и в других ярких фильмах «Дети Дон Кихота», «Освобождение», «Сыны Отечества» и многих других. В далеком 61-м он начал работать в театре имени Станиславского и был там ведущим артистом, а потом сосредоточился на педагогической деятельности. Владимира Борисовича в интервью часто спрашивали, нашел ли он свое Гутиэре, и он всегда отвечал положительно. Брак с Аллой Константиновой продлился почти 60 лет. В последние годы актер в кино не снимался. В последний раз зрители видели его на площадке 5 лет назад в картине «Орлова и Александров». Все свободное время он проводил в загородном доме с семьей. Туда часто приезжали дочь Ирина, внук Егор и маленькая правнучка. Дочь Ирина Коренева пошла по стопам родителей и стала актрисой. Мы приносим соболезнования родным и близким Владимира Борисовича. Он навсегда останется в памяти поклонников.